Друзья мои, всем большой привет! Сегодня у нас будет очень простой акварельный рисунок. Мы рисуем ветку с лимонами. Так, я беру кадмий лимонный, немножко с кадмием желтым его смешиваем. Рисунок будет такой очень легкий, воздушный. И рисуем, собственно, сразу пятна лимонов, да, то есть они будут на ветке у нас. Сначала круг, а потом вот они немножко вытягиваются. Вот, у нас их достаточно много. Можно, давайте покрупнее сделаем. Вот. Сделаем несколько штук таких. Водички побольше. Сюда. Рядышком будет, да? Ну и, собственно, столько, сколько вы придумаете. Такая ветка. Из головы немножко выдуманная. Я, конечно, ориентируюсь тут на фотографию, но она такая стилизованная тоже немного. Такие тут лимоны. Сверху мы сейчас будем листву делать. Ну и ветку, собственно, саму. Я сегодня впервые за несколько лет достала коробку с акрилом. Конечно, первый блин комом, но, возможно, я что-то, ну, для шортс буду снимать вот с акрилом. Ну, тут нужно еще лимончик небольшой сделать. Теперь пока еще, хотя ладно, не буду, хотела зеленого добавить, но пока не буду. Давайте я возьму сепию, и такую вот легенькую веточку сделаем этой же кисточкой, тройкой, такую аккуратную по силуэту. Она такая развалистая ветка тут с лимонами, много листьев на ней. Вот. Теперь давайте, хотя можно этой же кисточкой, думаю, этой же, но просто не очень удобно. Берем зеленый, вот можно с этим же желтым смешать, но я хочу еще немножко добавить сиену жженую, и будем делать аккуратненько вот листву. Листики там тоже на таких вот зацепилась тоненьких как бы ножках, да, и вот таким образом и тут. Так, чтобы покрупнее сделать тоже листики, то есть они как бы разных размеров, но достаточно крупные, как лимоны, да. Сейчас немножко зеленый свежее хочется добавить. Вот. Аккуратненько. Такая вот нежная, простая веточка, да, у нас будет сегодня. Можно вот на лимон, да, зайти. Аккуратненько. То есть он так немножко просвечивает, получается. Тут не высохла краска, наверное, лучше подождать немножко, сейчас все потечет. Давайте подождем 5 минуток, пока лимоны подсохнут. Вместе, где у меня потекло, я аккуратно собираю кисточкой цвет. И сейчас, наверное, феном посушу, потому что у меня уже мало времени совсем. Вот здесь вот, да. Аккуратненько. Даже такие интересные переходы получились. Очень-очень симпатичные. Сюда я добавлю желтенького и посушу феном. Потом продолжим. Все, у меня высохло уже. Теперь давайте продолжим работу с листочками. Вот, желтенького, да. Некоторые такие вот потеплее будут. Сейчас вот этот вот я сделаю. Такой, который находил аккуратненько. Сзади, да. Аккуратно вот
в этот интервал я вписываю листочек, то есть он как будто за лимонами. Что потемнее даже край сделать. И таким образом добавляем необходимое вам количество листочков. Ну, композиционно, смотрите, можно на этом остановиться, можно сделать много листвы. Вот. Другой цвет сделаю, просто вот зеленый возьму, такой более холодный, да, добавим листья. Вот сюда вот такой крупный, отсюда, да, вот идет. По форме пятна, чтобы были такие аккуратные, достаточно красивые. Сюда такой сочный лист добавляем. Так, я камеру... Да, все включила, но громче говорить, естественно. Вот. Можно немножко добавить. Вот чисто композиционно, да, ветка, чтобы у нас была симпатичная. И вот я добавляю теперь побольше воды, да, немного прозрачности, да, добавили. Сейчас вот водичку сюда и светлый цвет, такой нежный. На ветке появляется такой воздушность, да, когда у нас разные, то есть листья более контрастные, светлее. Вот. Акварель позволяет вот так делать, это очень красивый эффект у нас получается. Там еще какой-то листик, да, вот. И доделаем вот эти вот листочки полупрозрачные. Здесь можно, да, сделать. Там. Здесь, например, поярче. Вот. Аккуратненько. Пятна. Поострее листик. Вот. И таким образом, в общем, я дописываю нашу картинку с лимонами. На лимонах никаких теней, света тоже делать не буду. Единственное, можно по веточке еще зеленым цветом пройтись. Можно более тонкую кисть, конечно, использовать. Вот. Здесь вот у меня форма лимона потерялась, да, я прохожусь по листику. Здесь надо тоже вот. Здесь можно так показать немножко. Ой. В общем, буду заканчивать. Такой абсолютно простой, нежный рисуночек. На этом у меня все. Не забывайте подписываться. Всем пока-пока.